В Мариуполе задержали пастора за развращение девочки. Святой отец попался на горячем. Церковь, где он служил, расположена в Приморском районе города. Пообщаться с ее прихожанами нашему корреспонденту сегодня не удалось. По данным областной прокуратуры, пастор уже был судим за педофилию. Решение суда о мере пресечения 60-летний подозреваемый ожидает в кардиологии. Пастор церкви совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних на протяжении длительного времени. Это все задокументировано. На сегодняшний день он задержан в порядке статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Единственное, что у него ухудшилось резко состояние здоровья, и он находится сейчас в лечебном учреждении города Мариуполя. Он ранее судим, в том числе и по преступлениям данной категории.